главный тренер Реала Карло Анчелотти, ваш комментатор Константин Генич. И чтобы полностью озвучить судейскую бригаду, что там случилось, пенальти, что ли, назначен ворот Реала? Да, пенальти, ведь так, вот так на первой минуте Реал сразу получает пенальти в свои ворота. Рукой сыграл Серхио Рамос. Ну что ж, это не безинтересная история. Причем Хосе Эрнандес сразу пенальти не назначил. Серхио Рамос получил желтую карточку. Теодоро Сабрино и Цезарь Гарсия помогают арбитру в сегодняшней встрече. И вот работающий на дальней бровке Цезарь Гарсия посчитал, что здесь была игра рукой. Блокировал этот удар против Фикера Касилеса. Один из лучших специалистов по отражению 11-метровых ударов. Прямой разбег. Гилас в девятку. 1-0. Кордова забивает быстрый гол и весьма неожиданное начало в этой встрече. И пошли андалусийские танцы. Вот так на ровном месте Реал получил пенальти в свои ворота. И этот пенальти был реализован алжирским нападающим. Вот кажется, что у Гиласа пяток килограммов прилипло лишнего веса. Но игра рукой действительно была у Серхио Рамоса. И мяч летел в ворота. Логично, что еще и за это желтую карточку получил центральный защитник Мадридца. С прямого разбега.